мы приступаем к жеребьевке. Каждый гвоздик имеет риски, соответствующие цифры от 1 до 16. Красный риск означает 10. Сейчас я брошу гвозди. И мы будем смотреть по острому краю, как они располагаются слева направо. Итак, продолжаем. Кинем власть программы. 16 рисок. Первое красное означает 10. Остальное единичка. Первый у нас получается док. Далее смотрим. Номер 12. Симба, он же Рассел Маньяк. Следующий гвоздь. Блядь, запоролся. Ну вот он. Старый. Дальше. Давайте еще раз перетасуем. Поехали. Продолжаем. Далее, после первой тройки. У нас идет номер 13. Кирпич 57. Дальше номер 14. Димон. Дальше номер 7. Пролова К-47. Дальше номер 8. Вишенки. Дальше номер 1. Тубус-ТБ. Дальше спорный момент. Номер 15. Выбой. Дальше номер 11. Брюс Ли. Дальше номер 6. Джестер Д. Номер 2. Психостана. Номер 10. Фокс. Номер 5. Флэш. Номер 4. Гвинтус. И номер 9. Блейд. Итак, гвозди у нас выпали со следующим порядком. Группа А. Док. Номер 12. Растумонник. Номер 3. Штурм. Номер 13. Кирпич. Номер. Да и кто там звонит еще? Звук уже почти стрельнуло. Нет, ничего. Ну вот, начало смеркаться. Жигалка проведена. Так, в порядке. От 1 до 16. Первая 8 попадает в группу А. Так вот, группа А.
Бог вас умолит. Стану кирпич 57, Димон, правильно, про 47, но ешеньки и ёнки не стыдят. Группа Б. Сноубон, Буслет, Джастер Ди, Хефастон, Боль, Он, Скориш, Ребристос, Блейд.